Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение. Предоставляем горнолыжные перчатки от торговой марки «Викинг». Модель самая оптимальная для подростков, для детей. Это недорогие перчаточки, называется модель «Кевин». Разные размеры на возраст от 5 лет и там до 15 без проблем эти перчатки можно применять. Разные размеры, повторюсь. 2, 3, 4, 5, 6, 7 градация этих размеров. Представлены в нашем магазине перчатки в черном цвете. Это стандарт, популярный цвет для многих. Перчатки отличаются тем, что у них есть система защиты. Insulate – это технология польской компании Viking, которая защищает ваши перчатки от влаги и при этом сохраняет теплоту ваших рук. То есть это изоляция от холода и от влаги. Это, ну, классная перчатка для подростков. Viking, ну, так и сделана Viking Fits. Модель представлена в нашем магазине в одном цвете, повторюсь. У нее в модели есть липучка, которая позволяет утягивать больше, меньше в области запястья ворот. На запястье также есть резиночка во внутренней части перчаток, что позволяет более плотно прижимать перчатку к кисти. Влага и холод не попадают вовнутрь. Это опять же таки комфорт. Ну, на ладошке у нас здесь кожзам. Это самый такой оптимальный вариант ткани на рабочей поверхности, где больше соприкосновения с палкой. То есть больше всего трется, но это будет дольше служить. Ну, на самом деле ничего такого сверхсвойственного в этом нет. Это стандарт хороших перчаток. Польские перчатки Viking всегда делают хорошо и качественно. Отличаются они своей недороговизной, поэтому многие именно любят в мире такие вещи. Недорого и со вкусом. Если вас заинтересовали перчатки Трик от Кевин от торговой марки Viking, вы можете к нам всегда прийти, потрогать, посмотреть, пощупать. Это подростковый вариант, это для детей. Если вас заинтересовало наше видео, оставляйте отзывы. Если вам понравились перчатки, хотите купить, звоните, приходите. Магазин «Велавива» работает без выходных. Всего хорошего. До скорых встреч.